Так, народ, смотрите, значит, что у нас происходит. Вот видите, люфты, во, туда-сюда, туда-сюда. Вот сейчас мы будем это дело устранять. Впереди-то ничего страшного, вот, а задние, вот, они у нас сходятся, получается, друг о дружку трутся. Поэтому нам сейчас надо навести порядок здесь. Так, где гуляют? А гуляют они... Вот на соединениях, где болты. Соответственно, передний надо зафиксировать, чтобы он был вперед максимально. Вот, задний максимально назад. Так, сейчас мы посмотрим, что нам удастся здесь сделать. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, ну ладно. Убираем колеса. Примерно расстояние понятно. Надо сделать где-то 5 мм. Разбег у них. О, смотрите, видите, они, во, они гуляют туда-сюда. Во. Сейчас посмотрим. Но мне кажется, придется немножко удлинять их. Сейчас просто возьмем и задний мост немножко отодвинем. Да, этот позволяет кардан. Сейчас раскручу и посмотрю, как. Так, это дело, наверное, я увеличу как раз таки вот этими рессорингами, которые у нас остаются бесходные от УАЗика. Значит, что мы делаем? Мы сейчас сверлим отверстие. Так, прикладываю старую тягу и сверлю прямо отверстие после нее. Готово. Так, ну что, прикручиваем. Так, в то место будем ставить маленькие болтики. Так, ну что, смотрите, передний гуляет, задний не гуляет. Проверяем. Раз. Проверяем. Два. Смотрите, расстояние какое сделал. Так. Проверяем нахождение. Ходит, ходит. Ну и все.
цепляет, в принципе. Но это точно так же, как с тем вариантом. Возможно, будем поднимать полностью кузов от шасси. В местах крепежа просто подложим, да приподнимем. Так что смотрим. Вот так вот это дело получилось. О, видите, цепляет тут немножечко. Ну, брызговики, смотрите, что здесь, я их не буду переделывать. Я их погрею немножко феном и вот так вот отожму. Ну что, Урал тоже готов к испытаниям. О, ходы. Надо приподнимать все равно. И запаску приделывать. Так, запаска у нас стоит с той стороны. Здесь будет ящичек. Вот такой тип какой-нибудь. Вот так как-нибудь. И уже совсем будет другой вид. Ну все. Сегодняшние переделки у нас закончены. В принципе, можно пробовать на тест ехать. Цеплять. А кузов будет что та модель Урала, что это, но будет цеплять не когда по прямой едет, а только когда будет там крениться. И то я не думаю, что там супер такие, блин, будут у нее хода. Посмотрим, заодно и проверим, протестируем, как чего. Ну все, всем пока, до новых встреч, ждите новые видео. Буквально на днях придут посылочки, так что видео с распаковочки будет. Ну и, соответственно, дальнейшее движение в нашей мастерской. Пока!